Зачем? Здравствуйте. Вы только на них посмотрите. На этих маленьких озоровашек. Значит, взрослые у меня никто тапки не таскает. А вы, мадам, маленькая мадам. Вон, не успела я разуться. Она тапок мой утащила. Что за девочка такая, а? Что это за девочка? А мальчик ей помогает. Он не таскает. Но помогает ей мама дорогая, да? Лялюшка, кто их научил таскать и грызть тапки? Вот ты никогда не грызла. Никогда. Такой глупостью не занималась. И маленькая не занималась такой глупостью. А эти грызики? Ну что это за грызики такие? И ты грызик. Ты не таскаешь, я видела. Но помогаешь ей грызть. Вкусненький тапок, да? Игрушечек-то нет у вас. А, Лялюшенька? Отец, ты тоже не таскал тапки, даже маленькие. Ай, господи, Лялечка, Лялечка, Лялечка. Сейчас, подождите, я вам сяду на пол. А? Ну, что это за ребенки такие? И только к ним спускаешься, все сразу же все облепнут. Тихонько сразу же целоваться, обниматься, миловаться. Ой, ну что это за... Тихонько тут целуется. Все облепили, да? Все облепили. А Лялечка такая уставшая. Ты не выспалась, дитё? Дитё маленькое. Они ночью тоже озоровали. Немножко, правда ж. Но было дело, да? Скажи, мы выспались раньше, встали, и давай вас всех звать. Чё вы все, скажите, лежите, валякаетесь, не встаёте к нам. Мы тут такие красивые, довольные, валяемся, лежим, а вы к нам не идёте. О, это не грызики такие, грызики вы. В общем, дают шороху. Вот кому такая красота достанется? А? Красота и милота. Ой, ты. Детенка такая прыгучая, у отца. И ты тоже прыгучий становишься. Маленький прыгучий пес. Маленький пес барбос такой. Вон, зубки какие хорошие. Скажи, на зубки чешутся, мы тапок любим вкусный грызть. Ой, ты, ой-ой-ой-ой. Хвосты-то сейчас взлетите, миленькие. Вот такие вот тапки, в общем, теперь не оставлять. Вот она, говорит, я все равно достану тапок тут. Второй еще не успели утащить. А как-то утром встала, оба тапковых лежанки забыла спрятать на ночь глядя. Забыла я спрятать. Все, тапки пошли в ход. Главное, другую обувь не таскает, а вот именно мои тапки. Понравились им, да? А. Так я что я могу сделать? Переходный возраст у детей, да? Переходный возраст. Все им любопытно. Все им нужно знать. Все им нужно разведать. Все им нужно погрызть. На зубок попробовать. Так что вот такие у нас озоровашки. Да? А мы всех целуем, обнимаем и настоящего, хорошего, доброго дня вам желаем.